чуть трудно дальше интересовал, как вы сейчас изучали. Ну, во-первых, потому что это слова очень хорошего поэта, но еще и потому, что это слова человека, который всю свою жизнь молится, который идет своей дорогой, может быть, не очень простой дорогой, но в самом случае точно старается идти к Богу, и это слышно в его словах. Очень-очень слышу. Так вот, добавить к этим словам мало что можно еще, потому что в основном это не просто слова, это молитва. Молитва — это то, что может быть счастье, утешение, и то, что может быть трудом. И иногда вот так трудиться абсолютно необходимо. Мне кажется, что трудно сейчас делать какие-то выводы, но в нашей жизни мы вдруг становимся свидетелями. А короче, я не могу себе представить даже, не могу представить себе в каком-то другом сне. Иногда вдруг понимаешь, что, ну, вернее, как это я читал, и слышал много раз на проповеди, об этом говорится, говорят отцы постоянно, и сами, если мы никогда не читаем свои отечества, книги о молитве и о церковной жизни, мы это нередко встречали глазами, иногда встречали умом, иногда встречали сердцем. А вот сейчас приходится встречать, что называется, такое красноречивое выражение, в полный рост, но мне даже другого выражения не употребить. Вдруг неожиданно, страшно, из пустых страстей, которые, в общем-то, больше всего, мне кажется, вопросы обычные. Гордыни, вот из этих пустых страстей выросло страшное настоящее. Исправлять такие взрывы могут быть моментальными, они очень быстро проходят, происходят быстро. А вот исправлять их приходится годами, десятилетиями, иногда поколениями. Мы мало на самом деле что смогли исправить из того, что натворили все жизнь. И лучшего, конечно, не говорить для того, чтобы можно исправлять. Так вот, я все это к тому, я все это к той же самой мысли. Это все о молитве. Мы можем делать разные вещи. Мы можем строить дороги, дома, мы можем давать концерты, мы можем даже взять в руки оружие и идти защищать свою правду, и иногда, по счастью, эта правда может смыкаться с настоящей правдой, но часто это смыкается совсем. Но главное, что каждый из нас может сделать, это то, что останется навсегда и навечно, останется и в тебе самом, и будет принадлежать вам также всему остальному миру, то есть каждому человеку, даже если находится по другую сторону баррикад, как сейчас, к сожалению, принято снова говорить. Так вот, молитва – это тот труд, который каждый из нас может сделать, вне зависимости от его таланта, от его сил, от его возраста, от его способности, от его умений. Это может сделать каждый. И если эта молитва будет в сердце из сердца, то сила его будет бесконечна. И ею мы сможем исправить, и можем быть. Те страшные ошибки, в общем-то, те грехи, ошибки и грехи, собственно говоря, можем исправить их, если будет на то более полно. Сегодняшний концерт называется «Молитва». Я заканчиваю его снова молитвами, текстами молитвословия. Одна из самых прекрасных служб великопостных, или только одна из самых прекрасных служб субботы Акафиста. Если будет на то более уже сил, советую каждому войти в храм на эту молитву. А уже ближе к концу, где только остановилось, сейчас поэтическое приложение первого храма. Станем мы царить, когда не родня.
Если мне